Самые молодые участницы конкурса 31, самая старшая ровно столько же трудится в профессии. Каждая считает свою работу престижной и любимой. Я с детства увлекалась шитьем, одевала кукол. Потом мне мама увидела, что у меня вот интерес такой проявляется. Купила мне первая моя швейная машинка, это ручная. Вот, я перешивала какие-то мамины старые платья. Это очень интересная профессия, она увлекательная. Она способствует развитию мышления. Елена представляет спецобъединение «Алтай». В прошлом году именно его представители победили в конкурсе и вошли в десятку лучших на федеральном уровне. Кстати, швеи сейчас очень востребованы. Крупные предприятия региона готовы трудоустроить 400 человек. Только на спецобъединении 50 вакансий. Те, кто приходят, остаются. Руководство старается мотивировать сотрудниц. Средняя зарплата швей в регионе составляет сейчас 36 тысяч рублей. Когда возникает конкуренция на рынке труда, начинается рост заработных плат. То есть там, в какой-то период у сварщиков это произошло, вот сейчас это происходит в легкой промышленности. Разные льготы, это и бесплатный проезд для сотрудников, которые проживают за городом, компенсируем. Соответственно, в этом году ввели 13-ю заработную плату. Мотивация увеличивается и после таких конкурсов. Победы и даже просто участие – новый шаг на пути к мастерству и профессионализму. Я хотел бы, чтобы вы не просто показали свое мастерство, но и пообщались друг с другом, потому что обмен опытом, умение показать и подсказать своему коллеге что-то, передать свои навыки, это тоже очень важно для того, чтобы в целом мы могли продвигать эту профессию. После жеребьевки – инструктаж по технике безопасности и теоретические задания. На практике же участницам предстоит шить медицинский халат, довольно непростой по дизайну и крою, и даже расцветке. Эксперты, а это ведущие специалисты швейных предприятий, оценят каждую строчку и шов, каждый элемент халата. Особое внимание уделят соблюдению техники безопасности. Участники, как правило, работают на скорость, и вот этот боевой, так скажем, запал, он иногда снижает уровень или степень бдительности, что ли. Ножницы можем отбросить, мы ниткорез можем положить нечетко под справа, да, около себя, и это уже является нарушением. В общем, все строго и никаких судейских любимчиков. Изделия пронумерованы, и кто скрывается под номерами, неизвестно. Победит та, кто справится с волнением и покажет весь свой профессионализм. Ну а дальше возможность принять участие в конкурсе сибирского уровня. Скорее всего, он тоже состоится в нашем регионе. Общероссийский нынче не проводится, а планы после победы у каждой участницы свои. Но во многом они схожи. Так далеко насчет того, что свое дело открыть, я не думала, но уходить с предприятия я не планировала. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.